Коронавирус, который распространяется по всему миру, стал настоящей проверкой для всех, и для правительств по всему миру, и для простых граждан. Меры социальной изоляции повлияли на повседневную жизнь миллионов людей. Отрадно, что азербайджанцы по всему миру показывают вдохновляющий пример солидарности и взаимовыручки в трудные времена. Азербайджанцы в Италии, Германии и других странах помогают друг другу, предлагают транспорт, жилье и любую необходимую помощь. Пандемия коронавируса оказалась первой серьезной проблемой, постигшей весь мир, богатые страны и бедные, развитые и неразвитые. В Азербайджане отнеслись к проблеме серьезно, оперативно, но более философски. Благодаря, во-первых, четким и конкретным мерам, принятым государством по предотвращению распространения вируса и экономической стабильности страны. А во-вторых, благодаря тому самому менталитету и мудрости, отметающей панику и истерику. Более того, азербайджанцы по всему миру превратились в единый организм. В соцсетях сегодня шутят, что благодаря коронавирусу мы узнали, чего стоим. Десятки азербайджанцев, проживающих в других странах, выражают готовность помочь тем, кто не смог по каким-то причинам вернуться в Азербайджан после закрытия границ и вводимых в их странах карантинных мер. Азербайджан в настоящее время организует доставку в республику своих граждан из других стран. Но могут быть причины, по которым люди вынуждены остаться. Это может быть связано с работой, с семейными обстоятельствами, с состоянием здоровья. Да просто опоздал человек на отправленный из Баку самолет, или не успел вовремя пройти регистрацию на спецрейс в посольстве. Всякое может случиться, и в этой ситуации наши граждане во многих странах не почувствуют себя одинокими и забытыми. Азербайджан остается сердцем многомиллионного азербайджанского народа. Где бы ни жили соотечественники, они знают, что на земле есть место, где их всегда ждут и всегда защитят. И в любом уголке мира, азербайджанец не бросит азербайджанца в трудную минуту. Проблемы, которые принес миру коронавирус, стали еще одним подтверждением этому.